Привет, дорогие подписчики. Мы опять начинаем серию с драки с драконом. Вот нас опять так угораздило. Я продавал всякий скарб. Как это называется? Драконий мост, локация. И как обычно мне помешал дракоша. Ну ничего, я думаю, мы справимся. Уже как бы навык есть. Что ж ты попал наконец-таки. Драконов, конечно, просто дохренище. Так, фишку. Попал. И сейчас, я думаю, он приземлится. Да, пора его резать. Так, ой, какая карта. Что ж я творю? Хорошо. И лечение. Погнали. Не трогай мою лошадь, ты, рептилия. Техника уже отработанная. Совсем не сложно. Тут мой песик Барбас. Остальные имперские перчатки. Так, драконья кость, как обычно. Золото, стальные стрелы и нордские стрелы. Хорошо. И мы таким образом, в принципе, подобрались вплотную к морозной пещере. Но я думаю, мы отправимся сначала к пещере заблудших. И оттуда уже двинемся по нашему квесту с Барбасом добывать какой-то топорище. Посмотрим. Может, что и получится. Может, нет. Потому что в этой локации, насколько я помню, в предыдущий раз, когда я ее посещал, мне даже обычные волки давали люлей. Поэтому надо быть осторожным. И внимательным. В этот раз, конечно, со мной собака. Так, сохранимся. Нет, не магия, карта. И нам придется обогнуть эту гору, повернуть сразу же направо, понятно. Так, лошадка, погнали. И ты, песик, не отставай. Песик, похоже, присоседился ко мне и теперь постоянно будет меня сопровождать. Я, в принципе, не против, компаньон довольно-таки любопытный. Вообще, конечно, тихо. То, зачем я приехал в этот город, как он там назывался, Драконий мост, я так и не выполнил. Мне просто не дали на это время. Только я начал искать магазины и сразу же... Что это за... Ох ты, блин. Я не уверен, что я смогу их побить, потому что тут все очень сильные. Но попробовать, я думаю... стоит. Попытка, как говорится, не пытка. Все равно недавно сохранялись. Хотя нет. Довольно просто все. Там песик покорвет второго бандита. Ладно. Так, стоит ли мне сюда идти? Ох, давайте мы, знаете, как сделаем. Мы сейчас пойдем по квесту, а на обратном пути заглянем сюда. Наверняка здесь есть что-то хорошее. Просто уже, ну, натурально, едешь в одно место, попадаешь 100 раз в другое. Мне уже сколько раз ставили это в упрек. А тут еще что-то какая-то. Что это там вообще такое? Драугр. Ну нежить, я же говорил.
Добрый день. Грызи его, грызи. Так, ладно, давайте-ка мы... здоровье. Маленько прокачаем легкую броню, чтобы не быть таким беззащитным. Собака какая-то выводящая. Чё ты меня толкаешь ты постоянно, а? Ну куда ты меня толкаешь? Вот ему в угол меня надо загнать, и потом, чтобы я тут застрял и не мог выйти. Ладно, все, хватит тут ковыряться в трупах. Ой. Крутая штука. Ладно, погнали. Поехали. Или... Я, кстати, спрашивали, почему я не назвал его Варфоломеем. Ну, во-первых, Варфоломей — это мужское имя. Это лошадь женского пола, скажем так. Во-вторых, я ее не создавал. Купил уже какая есть. Это уже довольно-таки старая лошадь, уже с именем, со всеми делами. Так что глупые вопросы, ребята. Где там моя псина? О, как я говорю уже, моя псина. Привык уже я к этому барбосу. Так, волк, волк, тихо, волк. Барбос взять. Блин, да что такое? Там еще кто-то бежит. Кто там? Кто где? Барбос отвлекает второго. Барбос. Ату его, ату. Еще не упал, что ли? Ты смотри. Кто вообще такие? Почему вас нельзя убить? И почему вы на меня напали? Или вы не на меня нападали? Что происходит? Я просто охренею. Это странно, по-моему. Вы кто, ребят? Я, похоже, зря на вас напал, да? Довольно неплохо стоит. Так. Клянусь, каждый новичок, прибывающий в Айтран, слабее предыдущего. Ну, я только что тебе таких навешал, ты поосторожнее выбирал бы тон. Соратником. Скоро это буду я. А пока что повседневными делами руководит Круг, а Кодлок направляет их как... 200. Понятно, короче говоря. Что-то странное было. Это, похоже, какие-то квестовые персонажи, поэтому их нельзя убить. А иначе я просто не понимаю, что это было. Так, морозная пещера. Ладно, пойдем пешком, уже близко осталось. Вот сейчас я увижу людей, и наверняка они будут враждебны, но просто... Я уже не знаю, что от них ждать. Так, где спуск?
Ага, вон та пещера, где я отловил по полной. Чё, Барбос, погнали вниз. Займемся альпинизмом. Можно было оттуда, оказывается, спуститься по-культурному. Ну да ладно. Давайте пойдем. Посмотрим. Что да как. Кто меня видит? Типа то, что меня песик видит, это мне теперь будет мешать еще в плане того, что я не могу определить, видно меня или нет. Круто. Ты запарил меня толкать, ну что ж ты какое. Смотрите, я просто стою на месте, он меня толкает. Давайте-ка сохранимся. Песик нас, блин, доведет. Не знаю до чего. Что это вообще такое? Кто здесь обитает? Да твою мать! Ну, пес, мать твою, за ногу, не мешайся ты мне! Так. Если бы не пес, она бы меня хрен заметил. Нехана, нехана. Где пес? Теперь еще не хватает. А, все не так. Ну чё, Тронах, хана тебе. Огненные соли. Блин, если бы я знал, что ты так делаешь. Пес. Куда пес делся? А вот ты. Ой, пес, как ты мне мешаешь, а? Че там у этого? Где он? Где он лежит? Том заклинание ярость. Понятно, яйцо соснового дрозда мне без надобности. Мы возьмем. Да заткнись, пожалуйста. Ага. Удачно. Вызов питомца. В принципе, можно возвращаться, но я думаю, надо посмотреть. Что еще есть? Здесь, похоже, больше ничего-то и нет. Да, здесь пусто. А, тут у нас есть крохотный камень душ, это хорошо. Куча книг. Ага, понятно. Пока у меня нет квартиры, я решил... квартиры или дома. Решил книги не брать, потому что они занимают очень много места. 580, охренеть. 570, охренеть. Пес, ты меня достал просто. Блин, нет, я не хочу тебя в напарнике. Ты мешаешь мне двигаться. Будет возможность, я от тебя сразу же откажусь. Смотрите, я просто стою, он меня сейчас в спину толкнет. Че, типа стыдно, что ли? Ну ты даешь. Ладно, возвращаемся через всю карту опять быстрым путешествием. Хорошо, удачно зашли.
В принципе, я думаю, даже сейчас можно пойти в ту крепость, которая там вон внизу, и там всех навешать, потому что сейчас я гораздо сильнее, чем тогда. Но я думаю, подождет. Тем больше, что мне сказали, что по сюжетному квесту мы там все равно скоро будем. В ближайшее время. Ну, когда я по сюжету пойду, естественно. Так что успеется. Сейчас, пока мы идем сдавать квест. Я надеюсь, у меня около выхода. А сейчас я окажусь. Нет, я оказался около входа. Придется пробежать полностью эту локацию. Ну, в принципе, тут не так много места, так что это у нас на это уйдет где-то, наверное, минута. Тут лежит труп. Хорошо, это я все помню. Тут ловушка. Киюшки. Тут я порубал больше всего народа. Тихо. Нет, показалось. Показалось, что сундук, а на самом деле это гроб. Так, ну и хорошо. Сейчас нам нужно... Я не помню, нет, не сюда. Нам нужно спрыгнуть вниз. Вот тут вот. Это статуя. Статуя. Сейчас посмотрим. Надо, кстати, записаться. Что-то у меня большие подозрения насчет этого. Как его? Короче говоря, мутный тип. Чую лажу за ним. Тут у нас все мертвые давным-давно. Хорошо. Вот сейчас, по-моему, он будет. Опа-на. Это я был. Добрый день. Тут же вроде все мертвые были. Еще есть? Откуда взялись-то вообще? А, ладно. А, вампир-ученик. Стальной меч, ничего хорошего. Так, ладно. Да, добор у тебя. И мой пес тоже. Великолепно. Выполняй свою часть уговора. Молодец! Герой и его верный спутник возвращают в Риццу старинный артефакт. Это просто... просто роман какой-то. Ну, прямо жалко отдавать такое чудесное оружие. Правда? Думаю, ты можешь меня убедить оставить его у тебя. Да мне оно не особо нужно, честно говоря. Но только если ты убьешь этим топором Барбаса. Вот это просто. Нет, мне Барбас не нужен, но убивать я его тоже не хочу. Забирай топор Барбаса, кедрини фини. Скучно с тобой. Придется мне веселиться в другом месте. А взяв псину обратно, я получу свою полную силу. Целый мир меня ждет. Ну будешь сильно буянить, я приду за тобой. Так. Знал, что тебе можно доверять. Да-да, у собаки есть хозяин. У хозяина есть колоссальный топор. Все счастливы. А мне-то что с этим? Не волнуйся. Я позабочусь о том, чтобы он увидел свет. Я доверился тебе, а теперь ты доверься мне.
абсолютной власти станет куда слаще. И жаль, что тебе пришло в голову такое скучное желание, чтобы я забрал пса. Ай, какая печальная нехватка воображения. И не говори. Подобная нехватка честолюбия должна быть наказана. Возможно, тебя стоит превратить в червя. Или, может, пару десятков лет... Ты чё задумал? А, ладно. Бери мою милость и довольствуйся ею. В любом случае, у меня будут ещё сделки поинтереснее. Маска Клавиуса Вайла. Блин, я не Доэдра. Это Доэдра был, я понял. Я думаю, что это такое за муть? Доэдра это да. Это местная сила. Так, все активировать больше-то я не могу, похоже, да? Давайте посмотрим, что за маска. Предметы. Оно того, я надеюсь, стоило. Офигеть. Выглядит тупо, конечно. Цены выгоднее на 20%, плюс 10 к красноречию, магию устанавливается. Блин, ты посмотри, блин, тяжелая броня. Ах. Возможно, из-за того, что это тяжелая броня, мне придется от этого отказаться, потому что тяжелая броня меня сильно палит, когда я в стелсе нахожусь. Она мне очень мешает. Сиродил. Сами бы сиродил. Сиродил. В Моровинде вообще, по-моему, говорили Киродил. Блин, нужна ли мне эта маска? Выглядит, конечно, она, ну, с одной стороны, тупо, но с другой стороны, очень редко так. Пусть будет пока. Посмотрим. Так, ну что, куда направляемся дальше? Я думаю, там где-то вот лошадка скакала, я думаю, туда что ли направиться. Давайте попробуем. Интересно, где моя лошадь? Вот это, конечно, совсем другой вопрос. Не знаю. Что-то стрела. Явно не моя, потому что я железно не стреляю. Сложно сказать. Вообще не знаю, куда я сейчас бегу. Где я по карте? Бегу я, похоже, не в ту сторону куда-то. Ну да ладно, посмотрим. Что у нас тут есть? Мы, собственно, так и начинали, то что... Не знаю, шли. Видите, к каким приключениям это нас привело. Вот и в данном случае, я думаю, в накладе мы не останемся. Так, ты кто? А, я с вами разговаривал уже, да? Понятно, я понял, где мы находимся. Сейчас я вспомнил, что мы хотели сделать. Где-то у нас, где-то... Где оно? Где-то здесь был могильник. Так вот, где? Где-то между Хелгеном и этой пещерой. Или нет, подожди, не тут же, не тут, нет, нет, нет. Оно было вот тут. С этой стороны, да, Вольскиге. Вот сюда мы сейчас направимся и будем смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас, похоже, нежить. В этом краю маленько полазы. Потому что интересно. Как хорошо без песика. Блин, какая живописная местность. Зайчик. Куча трупов. Ну, вернее, не куча. Скелеты. Не трупов, а трупа. Но вы поняли мой посыл, я думаю. Так, где у нас тут был вход? Он, по-моему, вон там. Тут внизу у нас ловушка была.
вообще очень круто именно с точки зрения дизайна. Сработано это место. Очень хорошо, очень хорошо. Просто очень хорошо. Так, ладно. Я думаю, на этом следует завершить эту серию. Что у нас там, кстати, по предметам-то? По-моему, следует продать кучу всякого мусора и вернуться сюда. На это все сделать за кадром, чтобы вас не утомлять. В общем, такие дела. В следующей серии начнем отсюда, возможно, уже с пустым инвентарем. Но пока что все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. Пока. Пока.